не знал. Ну они на вкус, какие-то орехи какие-то, наверное. Так же, как улики, почки съедобные. Ну почки вообще вроде почти у всех деревьев съедобные. Ну либо она вообще маленькие листочки, почки. Ага. Они такие, как солдат такой. Середина именно свежая, если брать побеги. Снимаешь? Да. Папоротники лезут. Да. А они, папоротники, кстати, не съедобные, а на фильме они почти все съедобные. Они буреломной растительностью питаются. Этот весь орешник, лощина, лещина. Понимаю, вы... Макровато становится. Ну тогда сейчас будем в лес углубляться. Ну да, из-за этого маршрутов, по которым можно вот так пойти погулять, немного. Я прикалываюсь, даже в Троицке, там леса такие, имеется в виду вот эту новую Москву, которую отгородили. Ага. Там же лесов очень много. Пока, по крайней мере. Да, но там прикол еще в том, что они официально не числятся лесами теперь. Ну понятно, теперь там все будут состраивать постепенно. Да. Да отсюда вообще сейчас не на что, кроме Луны, смотреть, потому что тут из-за парка Патриот засветка большая. Что там? Ну там у них светильники какие-то мощные. Подкормок, что ли, подсвечивают. Смотри. Да. Прямо вот отсюда вылетают. Ну да. Гнезда может какие-то. Могут, по-моему. Едят. Ну, сейчас поискать для интереса в интернете, как до парка Патриот отсюда доехать. Ну поищем, да. Верту сказал, что он не против до парка именно заехать. Ага. Что у него с 13 числа отпуск на 2 недели. Понятно. Ну да, надо было использовать этот отпуск. Ехать никто не собирается отсюда сам, поэтому можно его куда-то вытаскивать. В принципе, его можешь можно предложить вот в этот аллей. Солнечногорск, ты не знаешь, куда ехать? Отсюда? Нет, вообще, по этому направлению идет или не по этому? Не по этому.